Пензенскую область намерены приглашать известных блогеров, чтобы те рассказывали о достопримечательностях нашего региона. Это позволит, по мнению экспертов, прославить Сурский край и привлечь больше туристов. Большая часть информации все-таки до жителей нашей страны доходит через социальные сети, через какие-то медиапространства, которые им интересны. Вот. И в дальнейшем именно развиваться в этом направлении, и не то, что только вот Министерство культуры и туризма этим занималось, да, но и приобщать к этому делу непосредственно сами гостиницы, туристические базы, туроператоров и так далее. То есть, что еще планируется сделать для раскрытия туристического потенциала Пензенской области, а также чем знаменит, например, Неверкинский район, можно узнать, посмотрев программу «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир в 17:55.